Tell me what I'm feeling. Tell me what I'm feeling. I just wanna know. Tell me what you're dreaming. Tell me what you're dreaming. Let your feeling show. Она бредовая, она неверная, и от бессонницы когда-нибудь, наверное, с ума сойдет. А я люблю ее. Четыре танца с ней танцуют демоны, но этот пятый танец мой уже за облака зашла луна. Тропикана женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно кровь, текила любовь. Тропикана женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно кровь, текила любовь. Внутри соленая, словно кровь, текила любовь. А внутри соленая, словно кровь, текила солнца. Я боюсь, что завтра не проснемся. Никаких больше вечеринок. Ты рисуешь старые картины. Мысли клубят под лучами солнца. Я боюсь, что завтра не проснемся. Никаких больше вечеринок. Ты рисуешь старые картины.
больше вечеринок, никаких больше вечеринок. Хочется продолжить почему-то так, в том числе. Группа Айвори сегодня у нас в гостях, поднимает нам настроение, дает музыкальное вдохновение. Поговорим с ребятами. Давайте знакомиться поближе. У нас в гостях Николай Щерба, Алена Иванова и Маргарита Корабельщикова. Доброе утро. Мы даже немножечко, честно вам признаемся, сбили дыхание, потому что отжигали тут не по-детски. Да, как давно вы существуете? Расскажите немножечко про свой коллектив. Ну, мы существуем относительно недавно, примерно около года назад, да, ну, мы собрались? Ну, как вместе, втроем, ну, смысле, год, да. Уже год. Да. Хотя мы вторую неделю вместе, и вот хотя, так. С другой стороны, знаешь, 2020, если вычеркнуть, да, то совершенно недавно, не так уж успелись, вот, наверное. Да. Мы планировали состав сделать в виде квартета, но так как у нас юношей, в принципе, априори, меньше, чем девушек, поющих, и тем более смысле, поющих, да, и танцующих, да, поэтому у нас сложился состав в виде трио. Николай, ну я думаю, что вы точно не пожалели, да, когда стали... Я точно не пожалел, да. Один, а не квартет, прекрасно выглядите. Какие планы у вас на ближайшее будущее, потому что мы так далеко, никто не загадывает из артистов, но тем не менее, может быть, где-то вас в ближайшее время можно будет наблюдать вживую и сходить на ваш концерт? Кстати, сегодня, как раз сегодня, мы солисты театра эстрады, да. Уральского государственного театра эстрады. Вот, сегодня у нас вечером в 7 часов будет концерт Queen Tribute. Мы вас всех приглашаем. Да, и зрители тоже. Билеты, да, еще остались? Да, я думаю, да. Парочку как раз для тех, немного, но осталось, наверное. Ну, учитывая сложившуюся ситуацию в зале, знаете. Да-да, понимаю. Не так много зрителей, поэтому мы всех очень ждем и будем очень рады, если и вы тоже присоединитесь к нам. Мы с радостью вернемся к истории создания группы. Кто был инициатором? Кто сказал, ребята, давайте отжигать, давайте делать что-то классное и крутое? Не, ну, учитывая, что мы работаем в театре все вместе давно, и у нас просто... Сложились общие интересы, в принципе, по жизни, музыкальные, и мы приняли такое решение, что можно выйти, наверное, за рамки театра или именно театрального репертуара и начать что-то делать вместе, то, что нравится нам, то, что мы хотим, делать что-то свое. И вот буквально недавно мы записали трек, там авторский текст на песню «Селин Дион» из ее последнего альбома, и вот сняли большое видео. Скоро, наверное, будет, да, вот на стадии монтажа мы сейчас находимся. И... Ага, то есть еще нельзя пока посмотреть? Пока нельзя, но скоро, 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 скоро. Ну, да. Если найти ребят в Инстаграме, думаю, что там со съемок, да, есть. Обязательно включайте нас в Инстаграме и подписывайтесь, да. Вот, сразу, ребята, заберись. Ставьте лайки. Ну, кусочки, можно, превьюшечки маленькие, думаю, что там точно можно подглядеть и посмотреть.
смотреть. Да. Расскажите, какую музыку вы слушаете, ну, помимо своего репертуара? Есть ли какие-то любимые песни, может быть, авторы? Что любите больше всего слушать? Ну, вообще, как бы, репертуар разнообразный, русский, зарубежный, то есть и поп, и рок, и джаз, то есть, как бы, ну, больше, наверное, зарубежных авторов, так как они как-то более продвинутые, что ли, в вокале, вообще, в музыке. Есть что взять для себя, подхватить. Да, что-то для себя. Вообще, артисты такие, мне кажется, должны слушать все, чтобы как-то чем-то подпитываться, что-то взять для себя. У каждого артиста можно увидеть какие-то уникальные, классные фишки, потом можно применить к себе, переработать и сделать еще какую-то пушку. Может, что-то самой придумать. Прекрасное трио Айвори. Спасибо вам большое за то, что сегодня действительно заряжаете и бодрите, а мы знаем еще один способ, где же подпитаться энергией. Сегодня отвечает за музыкальное настроение и дает позитивный настрой на целый день. А мы передаем вам слово. Давайте, зажигайте. Заряжай выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Заряжай, выше заряжай, выше облаков паруса, выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад, просто так отпускай, чтобы все начать сначала. Настрой свернуть прям горы, как Цой, буду молодым. Ведь есть еще в нас порох, чтобы делать то, что мы захотим. Музыка не бизнес, так что welcome. Двигаться по жизни надо легко. Если ты навстречу ей бежишь босиком. Мы живем в этом мире, чтоб ритм ворвался в твой дом. Живем в этом мире, чтоб было что вспомнить потом. Живем в этом мире, чтобы сияла любовь, любовь. Чем ярче свет твой, тем дольше проживет в каждом из нас любовь. Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад, просто так отпускай. Обретая снова крылья, не беда, если босиком они.